Здравствуйте! Это видео посвящено подбору правильных слов для запросов при поиске в Google. Как вы помните, в одной из предыдущих лекций, как пользоваться поиском Google, было рассказано о совете номер 3. Тщательно подбирайте слова. При создании поискового запроса надо выбирать такие слова, которые могут содержаться на сайте, который вы ищете. Например, вместо фразы «Если болит голова» рекомендуется указывать в запросе словосочетание «головная боль». Рекомендуется исключать слова, которые являются лишними. Это такие слова: документ, веб-сайт, компания, информация. И еще один пример составления правильных запросов. Если вы ищете мелодию для своего мобильного телефона, то не нужно набирать в поисковой строке «популярные мелодии». Лучше набрать фразу «популярные рингтоны».